Дисклеймер. Осторожно, ненормативная лексика. Все, что говорится в видео, несет в себе развлекательный характер. Данное видео рекомендуется к просмотру лицам старше 16 лет. Эй, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы проходим игру Controlled, или, как в переводе, на наш русский человеческий искаженный. Игрушку я раздобыл на itch.io. Там все у нас демочки, все инди-игрушечки, которые я проходил и проходим по сей день и будем проходить. Соответственно, я там раздобыл. Как видите, у меня дополнительно обновление с наушниками, с мышечкой и всем остальным. Так. Ага. В левом ухе у нас что-то шелестит. Уже напрягает на самом деле. Я что-то клавиатуру, раскладку на самом деле клавиши и что, за что отвечает, не посмотрел. Запускаюсь с первого раза с вами. Не оставайся в тени. Используй свою камеру. Не будь искаженным. Этот звук на левом ухе прям напрягает очень сильно. Так, это что у нас? Лес. Хорошо. Так, колодец найти. Внизу там есть какая-то пещера. Соответственно, мы искатели пещер. Right mouse, bring the camera. Flashlight. А, zoom in и zoom out. Это какой-то у нас этот... Что у нас есть? Так, а в тени нельзя оставаться. Вот. Значит, идем вот сюда. Будет весело. Так, это у нас какой-то Outlast. Раз у нас камера есть, передвижение одно и то же. Здесь у нас два одиночных и одиноких фонаря. А вот и третий. Соответственно... Don't stay in the dark. Что это такое? Нашел. Battery recharge. Перезагружена батарея. В смысле? Алло, нет. Мы не должны оставаться в темноте. Какие-то улини. Соответственно, вот. Хорошо. Мы пришли. Что дальше? Спуститься вниз нас. То есть при помощи камеры мы видим какое-то подстороннее происшествие. Шикарно. Прогрузка следующего уровня. Хорошо. Так. Ну все, на этом вся игра пройдена. Всем удачи, всем пока и хорошего настроения. Да, игра, ты так подумала? Или мы тебя ждем? Не, ну серьезно, типа, в чем прикол? Наша цель выполнена. А, слишком рано списали эту игру со счетов. Хорошо. Кто-то слышит это? Слушай меня очень аккуратно. Я не знаю, что за время дня и ночи, но что-то там происходит. Мы должны, чтобы испугаться что-то там. Ну, однако, если ты то, что они видишь, то, что они дергаются и издают какие-то странные звуки, они попытаются тебя как раз напасть. На тебя напасть. Хорошо. Не смотри на них долго, не пялься и не приходи близко. Также они пытаются убежать от тебя. Флэш, который ты будешь вливаться в лицо их, это в порядке. Но это будет большой мистейк. Но это было большой ошибкой. Чего? Я ничего не понял. То есть нам как двигаться? Каким образом? Так. Надо слушать их. Мне много всего. Шикарно.
Шикарно. Он... Чего? Флешлайт? А здесь должен был быть этот? Я понял. То есть могли не пробежать... Ну ладно. Там же нам как раз не оставаться надо в тени долгое время, поэтому соответственно нам надо что-то делать. Но мне нравится то, что здесь достаточно светло. Так, ладно. Бегом. Мы бежим. Добежали. Это я? Да, это я. Хорошо. Что здесь? Это какой-то сейв-рум? Непонятно. Ну ладно. Обратно я хочу. Я обратно хочу. По дорожке идти. Странная дорожка. В смысле? Я запутался. Хорошо, мы идем сюда. Забираем светильню. О, твою ж мать! Так, стоямбас. Нам куда идти? Так, нам туда и вообще не надо идти, да? Или надо? Ладно. Что-то пропадает. Хорошо. Окей, мы бегом, 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 бегом. Бегом, 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 бегом. Соответственно, мы что, вернулись? Я так и не понимаю. Походу, да. Вот мы отсюда спустились. Соответственно, мы идем сюда. Идем сюда. Здесь у нас что-то есть. Здесь у нас нет ничего. Хорошо. Мы идем. Спокойно себе. Никого не трогая. И меня не трогая. Понимаешь? Понимаешь? Текстурки здесь прогружаются, кстати, заметили? Прям на бегу. Хорошо. У нас есть страшная идея. Побежать туда. Забрать. Развернуться. И вернуться. Отлично. Половину вещей мы прошли. Так, идем вперед. Отлично. Хорошечно сработано. Прекрасно. Так, ладно. Дальше что у нас? По дороге у нас должен быть... Ну ладно. Так, мы дошли до... Это типа обратно мы пришли или еще? Хорошо, разворачиваемся. Мы собрали. Ой-ой-ой, куда ты полез, а? Я под светом. Я освещенный. На что падает свет, делает что-то очень хорошее. Да? Да. Хорошо. Кладбище. Хорошо, нам надо тогда идти вот таким образом, да? Походу, да. Ну, потому что других вариантов я не вижу. Хоть слабо освещенное, но хоть что-то. Да? Да, я тоже в это верю. То, что нам это поможет. И это нас точно спасет. Но на кладбищах же нету фонарей. Ну, по крайней мере, я не видел. По крайней мере, я такое не помню. Вообще не помню. Хорошо. Есть! Второй колодец. Мы куда-то спускаемся, я так и не понял. Или это типа 9 кругов ада, или на что это вообще подразумевает? Что это подразумевает? Какой скрытый смысл в этих колодцах? Я не знаю. Объясните мне. Но загрузки тут долгие, 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 долгие. Ну, по крайней мере, не настолько страшно.
Сама проработка мне пока что, ну, отчасти не нравится. Ну, хотя нейтромантит уже хорошо. Значит, хорошо поработал человек. Но 50 на 50, там же квадраты были пиксельные. Это уже не очень. Так, блин. Так, мы расхитители каких-то этих. Я думал, что там нету освещения. Ну ладно. Расхитители каких-то этих. Па-па-пам, па-па-пам. Колодцев? Нам куда, туда идти? О-о-о, вот это сейчас началось. Нам по прямой идти? Нет, не по прямой. Угу, угу. Хорошо, я около светильника. Дальше какой светильник? Куда мне идти? Куда мне идти? Я что-то не пойму. Ну не влез же. Или влез все-таки? Так, я не понял. Я что-то вижу. Повезло, повезло. Отлично. Ой, господи, я напугался этого дурацкого листочка перед моим лицом. А, я фоф еще. Угу. Я молодец. Так, вот там, да? Блин. Я только видел. Во. Все, идем туда. Вперед. Только вперед. Только вперед. Только вперед. Только вперед. Только вперед. Отлично, мы собрали заряд. Что? О, господи. О, господи. О, господи. О, господи, не надо. Прошу тебя. Я под светом, понимаешь? У меня там светильник. У меня здесь светильник. Знаешь, что я могу сделать? Я могу пробежаться. Я могу спокойно добежать до него. И ты мне ничего не сделаешь, понимаешь? О, господи. И чё? И как мне дальше быть? Ты пройдёшь или уйдёшь? Ну, это звук. Он говорит то, что не надо... Ладно. Погнали. А, господи! Твою ж мать! Так. Перезагрузка. И что это было? Это типа я так проиграл? Или мне не надо вообще на него смотреть? И надо было попой идти к нему? Я не могу понять. Ну так что? Ну так что, игра? Перезапуск? Или все-таки мы идем дальше? Или мы заканчиваем? Или на этом все закончилось, вся наша история, все наше похождение на этом окончено? Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Просто перезагрузка. Reload. Reload с английского переводится как перезагрузить. Точнее, перезапуск. Перезарядить. Рестарт — это перезапуск. Вот, английский учим, пока что ждем решения игры или отупления того, чтобы мы поиграли в коем-то веке, потому что я не знаю, ну сколько там мы ждать? Ну серьезно. Игра. Искаженный. Искаженный. Подай мне знак. Дай мне знак. В общем, пока что рассказываю о своей мышке. Вот мышка у меня какая-то Daewoo китайская, прикольная. Я смотрел на нее обзорчики, все остальное. Она беспроводная в каком-то веке. Ну, блин, я думал, она подешевле будет стоить. Ну, блин, что поделаешь? Санкции, все остальное. Ну, короче, классная мышка. Рекомендую. У нее есть зарядочка своя. Можно ее намагнитить, и она будет заряжаться. Соответственно, по ресиверу работает, по проводу Type-C, и все шикарно. Походу, на этом наша игра закончилась. Да, ну ладно, да, будем прощаться. Искаженно прыгнул в горло. А если вам понравился данный видеоролик, поставьте, пожалуйста, палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте данный видеоролик. Всем удачи, хорошего дня.
Thank you.